потерять спасение, это вопросы спасения. Я думаю, мы не раз говорили об этом. Если вы находитесь в руке Божьей и ищете Царствие Божие, вы потерять спасение не можете. Но если вы перестали искать Царствие Божие и стали жить по царству мира сего, то написано, что если живете по плоти, что с вами произойдет? Римлянам 8 глава. Умрете. Все.